На улице жаркая, сухая погода, а значит, наступил пожароопасный сезон. Чтобы не дать огню распространиться в лесах, сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской республики проводят дополнительную работу. Подробнее Милена Алексеева. Красивая и теплая погода так и манит людей отдохнуть на свежем воздухе. Но проводя досуг на природе, нельзя забывать и о безопасности. С 15 апреля в республике введен особый противопожарный режим. Пока данное решение не утратит силу, запрещено разводить костры на открытом месте, в лесу, вблизи леса, а также готовить на углях. За соблюдением общественного порядка следят работники лесной отрасли. Во время контроля и по патрулированию за лесами мы выявляем нарушителей, которые потом материал передаем в начальник госконтроля Минприроды Чувашской Республики, там рассматривают их дела, честно говоря. Для эффективности в выходные дни мы проводим совместные патрулирования с МВД и МЧС. Работники лесничеств также проводят опашку противопожарной полосы. В большинстве случаев их формируют весной, после таяния снега. А в случае, когда пожар уже возник, большую роль в быстром решении проблемы играет техника. Министерством проведена значительная работа по укреплению материально-технической базы лесопожарных формирований лесничеств. 4 июля, благодаря нацпроекту «Экология», в Чебоксарское и Бресинское лесничество поступили две пожарные автоцистерны. Автомашины предназначены для доставки к месту пожара боевого расчета, пожарно-технического вооружения, запаса воды. Своевременно заметить пожар помогают вышки. Так, во время съемок в 15-м квартале Северного лесничества от удара молнии начался пожар. Идет возгорание на градусе 70 градусов. Расстояние от Северного километров 7. Так своевременно получилось узнать о возгорании, а сотрудники лесного хозяйства и охраны смогли оперативно прибыть на место происшествия и потушить пламя. Сейчас в лесах республики установлен третий класс пожарной опасности. В этот период нельзя разводить костры. В случае повышения класса опасности людям будет запрещено заходить в лес. Милена Алексеева, Юлия Адюкова, Сергей Емельянов, Республика.